Летний трудовой семестр в середине пути. В Минской области сотни ребят уже успели поработать в студенческих отрядах разного профиля, в том числе педагогических, экологических и производственных. В Кополе в эти дни завершают работу сервисные бригады. Так ученики местной гимназии в течение недели помогали облагораживать городские многоэтажки. Подметали подъезды, мыли окна, наводили порядок во дворах. Десятки юношей и девушек с удовольствием откликнулись на инициативу сделать город лучше, заодно заработать первые деньги собственным трудом. Стало интересно очень попробовать себя в этом деле. Смогу ли я, потому что вот долгое время учился у родителей, заставляли подметать. Теперь вот помогаю городу. Планов много. И по возможности, если есть куда-нибудь пойти, то можно еще сходить, потому что, типа, относительно заработной платы, то почему бы не заработать? Ребята хорошо настроены, работают, убирают. Очень веселая компания. За летний период времени у нас уже отработало два студенческих отряда. Один это ООО «Семишево», и второй это Копольский государственный колледж. Первый колледж наш отработал это в количестве 12 человек, пошив постельного белья. А в ООО «Семишево» отработало 7 человек. Это подсобные рабочие на зернотоках. Если ответственно подойти к этому, заработная плата очень высокая. До конца лета у бойцов есть возможность попробовать себя и в других сферах. Например, поработать в сельскохозяйственных отрядах во время уборочной или помочь строителям в возведении социальных объектов, а также благоустройстве улиц и ремонте дорог.